Марфик, иди. Мы опять в ведре. Он продолжает чесаться. Может, поменяли систему. Тихо, не прыгай. Мы поменяли уже систему лечения. Купили, наконец-то, корм ДД. Я очень надеюсь, что скоро история с его ведром закончится. Конечно, тяжко ему. Но иначе пока он чешется. Ты что, умудрился лапу из меня поранить. Ой. Парень шикарный, вообще просто, ну, молодой, активный, никаких особых тараканов нет, кроме триггера на деревьях. Ну, вот, все остальное, ну, обычно молодой пацан, красивый. У нас вообще непонятно, почему он задерживается, серый у нас всегда. Выезжали очень быстро, ребята. Иди ко мне. На, иди сюда. На, Марф, на. Марфик, на. Не знаю, почему он сиделся так у нас. Видите, у нас, да, еще глаза. Ну зачем ты мне в ногти-то прыгаешь, а? Ну в ногти-то зачем ты мне прыгаешь? Ну, и зачем? Ну. Неаккуратно берет вкусняхи. Тихо, тихо. Учись вести себя прилично, да? Вот так парень беззлобный. Ну, просто очень энергичный, очень активный. На шарнирах маленько. Марф, да? Смотри на меня. Вот, ну, такой вот он. Ну, что, мы сейчас обрастем, я думаю, я надеюсь. Мы, по крайней мере, пока не чешемся.